Экспозиция музея тюрко-татарской письменности расположена на берегу Волги, под открытым небом. Экспонаты музея – стелы с изречением на тюрко-татарской графике разных времен – рунической, уйгурской, арабской, латиницы и кириллицы. Здесь представлены высказывания Кулгали, Тукая, Марджани. Стоя лицом к Волге, можете повернуть налево, в сторону музея болгарской цивилизации, или направо, в сторону колодца Габдрахмана. Поднявшись по лестнице, расположенной рядом, вы можете пройти к памятному знаку, где представлен самый большой в мире печатный Коран –